Всем привет! С вами канал Космостар. Несколько минут назад журналисты сообщили трагическую новость: умер солист группы «Ласковый май». Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Вчера Юрий Шатунов отдыхал на подмосковной даче у друзей, утром они собирались ехать на рыбалку. В ходе застолья певец пожаловался на боли в груди, но таблеток в доме не оказалось, поэтому приятели приняли решение отвезти друга в медпункт на машине. Ближайшим медучреждением стала поликлиника в селе Растуново. Камеры у входа зафиксировали момент, когда подъехала машина, из которой товарищи буквально вытащили Шатунова, находящегося в полубессознательном состоянии. Певец хватает ртом воздух и не может держаться на ногах. Тогда один из друзей буквально взвалил на себя Юрия и завел в помещение. В поликлинике они пробыли примерно 10 минут, артисту оказали первую медицинскую помощь и пересадили в скорую, чтобы довести до Домодедовской больницы. В дороге пришлось провести около получаса. Юрий Шатунов умер, едва попав в реанимацию. По предварительной информации, причиной смерти певца стала сердечная недостаточность. Позже его директор и продюсер Аркадий Кудряшов уточнил, что Шатунов скончался после обширного инфаркта. Напомним, что артист редко жаловался на здоровье и активно давал концерты. 3 года назад Шатунов был экстренно госпитализирован из-за проблем с гайморовой пазухой. Воспаление могло сказаться на работе мозга, поэтому была сделана плановая операция. Процедура прошла успешно, и певец вновь вернулся к гастролям. Напомним, что у Юрия осталась жена, с которой он прожил почти 20 лет. Вместе они растили 2 детей, сына Денниса и дочь Стеллу. Звезда с семьей жил в Германии, но очень много времени проводил в России, где давал концерты и записывал новые песни, снимался в телешоу. В последние годы его существования всерьез отравляли судебные тяжбы с бывшим продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Знаменитости судились за творческое наследие коллектива. Разин хотел лишить Шатунова права исполнять золотые хиты «Ласкового мая».